Всем привет! Мы в светофоре приехали. Яндекс.Такси супер. Цена вообще сказочная. 100 рублей всего на двоих. Мы бы столько же на автобусе потратили. Только быстро, во-первых, да, и без пересадок. Да, да. Сынок, поднимай и силась. Ага. Вот. Нет, резинцы. Подниматься. 6 килограмм, что ли? 2,4. Нет, не ощущается как 2,4. Да, 6 кило. Охренеть. Я силач. Я не понимаю. Мне нравится такой статус. Ну, до Виктора Блуда, конечно, далеко еще. Эх, ограничений бы за музыку не дали. А это цены нету, как такое? А, вон, капсул. Капсул нет, дороговато. Не для нашего носа. Вашу рекламу точно услышат. Звоните. 8-950-410-33-33. 8-950-410-33-33. Зачем тебе эти? Ты мне девать некуда. Цветов сейчас зимой нет. Хозяйственное взять? Да, возьми парочку. По 23 рубля, да, хозяйственного? Сейчас я маме возьму для Ани, сынок. Отбили вот тут. Ну, для Аниных вещей, вернее. Аню отбили. Туалетная бумага, сынок. Как она тут, рулоны продается, что ли? Возьми тогда. Упаковка. А, не надо. Там такая. Упаковка не дотащим, да, такую? Зачем? Да и дорого. 133 рубля. Плащи возьмем. Бери, если хочешь. А сколько она? Я все на кассе поставлю. А тут нет цены, что ли? Да походу. А зубная 30 карта. Рублей. А вот, нет, это алоэ. Вот это какая-то. Вот это какая-то 30 рублей. Возьму колгей. Она такая. А сколько колгей? Просто цены нету. Нет, какую цену колгей? Колгей. 55, кажется. 55, да нормально. Давай возьмем одну. Тебе. Давай возьмем. 27 рублей всего жидко ему. На таймер смотри надо. На таймер. Да, на таймер смотрю, да. Пошли. Так. Тебе такой не покатит? Мне... Не налезет, да? Да нет, почему? Налезет и налезет. Нет, не налезет. Нет, это детский, сынок, нет. Да, маленький. Да и женский, наверное. Нет, я уже большеват для этого. А это вот 149 рублей со скидкой.
Это детские, наверное. А что тут трусики? А где с сердечками? А, из штаны. Ну-ка, 149 рублей со скидкой. Если со скидкой, да, действительно, возьми мне одну. Точно. Да, возьми. Если правда. Ну, раз отсюда должно быть. Смотри. Или кто-то снимал, ну, и кидал, сынок. Отсюда снимали и кидали. Какова цена-то? На кассе посмотрим. Что, хочешь дойти до кассы? А, ты хочешь сверить? Ты разбираешься во всем, что ли? Да, я снимали. Это снимали? Снимали. Снимали и сюда кидали, да? 300 рублей стоит, да? Да. Ну, красивый, зараза. Ну, ладно, давай хоть одну в жизни возьму себе. Тогда я сейчас сверну правильно, подожди. Для меня это... Смотри. Хорошо. Да. Угу. Аккуратненько, да. Угу. Нет, ты прям кинул это. Нет. И пакета нету. А это что такое, сынок? Штаны. А-а-а. Штаны и майка. Комплект домашней одежды. Да. Это сколько? А почем она? Вот они, сколько? 274. А. Ну, о чем я и говорю. Пакетики никакого нема, да? Сейчас выберу. Нет? Сейчас, подожди, нет. Простынь, вот. Нет, 274. Нет, простынь, нет. Сейчас. Знаешь, что это на матрасник. Ну и все равно я возьму. 400 сколько он стоит? 400, там цена вот. Ну, он мне и нужен. В следующий раз Бог даст, возьму одеяло. Ты даже не глянула. А. Так. 1.5 на 2. А, ну, в принципе, да, на свой диван. На мой диван разве залезет такой? Да. Если что, тебе, в крайнем случае. У тебя двухспальник. У тебя двухспальник. Ну ладно, погнали. А где зубные щетки-то? Я просто... А, сейчас посмотрим. Комплекты здесь недорогие тоже. Комплект не сняли. Комплект не сняли. Комплект мы еще взяли. 800. Там, короче, 30 рублей, что 840. Тут чисто посуда. Зачем нам сюда? Посуда только тут одна, да? А, ну, давай. Опа, DC. Че? Ну, давай, давай. AC, DC. И за рук я шарю. Здесь пойдем? Под такую музычку мне приятно ходить. Рок. А-а-а. Я надеюсь, она без авторских прав. А если и будет, то YouTube просто музыку вырежет. Я могу спросить вырезание. Аккуратненько. Нет, ну а что нам здесь делать? Здесь книжки. Я думаю, нам тут нечего делать. Да. Макароны не будем закупать, сынок? Да какая разница, какие? Я не люблю такие. Ну давай другие посмотрим. Спагетти. Две пачки, в принципе, то же самое, что... Да у нас есть спагетти дома. Это все вредно. Ну, вредно иногда можно. Иногда можно там взять себе. Даже если очень хочется. Иногда можно. Все, нет. Че? Жуще взять, она вкуснее. А, это пюре. Я пробую это. Это пюре картофельное. Вот, возьми себе, если уж так хочется, как для души. Че теперь? Это доширак. Ну, я знаю.
типа, правда. Вот кашу мне советовали подписчики. Давай, Алю, попробуем. Не кидай еду. Я помню, Камара моделил под такую музычку. Приятно. Тебе не взять, сынок? Не, зачем? Ну, если с ананасиком, бананчиком. Не, не, не. О, какой! Лучше хлопья возьму. Хлопья у нас есть. Куда же нам теперь? Какие? На войну, что ли, упаси Господь? Я не про кукурузу, эти. А, ну есть у нас дома. Где? У дома нет. Целый пакет. Здрасте. Я тебе приду покажу. Уважаемые покупатели, эти. Молоком заливать, которые. Здесь только такие овсяные. Да я не про эти, ты что тут? А, тут таких нету. Уважаемые посетители, улыбнитесь. Где они, покажи мне. Да нет, я не про это. До того, я про то, сколько до тебя доходит. А, сколько есть, только доходит. Уважаемые граждане, сейчас... Даже тут не успокаиваешься, да? Хоть тут помолчал бы. Нет, зачем нам сухарики? Предлагаю защитить ваши сбережения. Запомните, сотрудники банка никогда не просят назвать по телефону номер карты, пин-код, смс-пароль, кодовое слово и другую персональную информацию. Кодовое слово. Никогда не требуют совершить каких-либо... Какой-нибудь дешевый возьмем на всякий случай, мало ли когда что-то. А то мы вообще ничего не берем, чуть ходим. Бери, бери, что хочешь. Да нет, что хочешь, хули не хочу. Обслуживание строго в масках. Соблюдайте безопасную дистанцию. Ой, а мы маски не взяли. В торопях забыли про маски. Покупателям без средств индивидуальной защиты. Взять одну? 120 рублей. Ну и что, иногда для души тоже. Какую-то хрень все набираем? Ваш светофор. Сейчас скажешь, сам ты приедешь. Уважаемые покупатели, убедительная просьба не портить целостность упаковок. Можно грибов взять в банк? День. Спасибо. Деньги. Наши вообще-то. Пожалуйста, возьми, возьми. Сколько он стоит? 47 рублей? Ну-ка, какой лучше? А, это грибой, нет. А это что это такое? Это персики, дядя Ваня. Дядя Петя. Это не персики, это перчики. А, давай кетчуп возьмем, всего 34 рубля. Давай. Кидай. Сынок, чай будем брать, сынок? Чаи. Выбирай ты, конечно, выбирай. Нет, хрень. Нет, этот не хрень, это натуральный чай крупный. Цейлонский. Вот хороший, глянь. Вот хороший азерчай. 99 рублей. Да глянь, какая пачка там. Вот хороший чай. Мне его все друг постоянно рекламирует. А может майский тогда? Нет, давай азерчай. Вот азерчай? Ну ладно. Мне друг говорит, он неплохой. Да, тебе друг сказал. Ну понятно. 100 пакетиков, тем более, гляньте. А, сколько он стоит? 99. 99, ну ладно, давай. Пока снимайте. Вот, а ты говорил, их нет. Память-то вот хватит, есть, сынок? Вот они. А, ну возьми. Ты 54, зачем? Ну на, ты хотел. Да-да, с Анькой, напополам. Хорошо. Ну тут две. Я знаю. Вам по одной. Ну да. Как раз акция, 154 рубля. На пачку ты сколько такая стоит? Давай возьмем яблочную пирожку одну. А? Очень CDC обратно включите. Приятнее. Соус какой-то, 44 рубля. 44 рубля всего. Не, я лучше свои возьму. Проверенный, во-первых. Пускай он на 10 рублей дороже, но он зато проверен. Может, для салатика какого-нибудь, сынок, всего 39 рублей. Давай возьмем. Была, не была. Острый. Опа. Что это? Для всех видов мяса. Такой не осилишь. Такой взгляд последовал. Красный перец съел. Прям вот так брал свежего, так половинку. С колбаской.
Не, колбаска у нас есть такой мясной, настоящую, из настоящего мяса была колбаска. Она говорит, чи, мне мужик говорит, чили осилишь, говорит, если осилишь, вот съешь половинку, я тебе два еще таких сделаю. Я, правда, беру, откусываю. Я он такой, нарезаю, ноль вопросов. Он говорит, без бы, без бада. 23 рубля всего. Давай зеленый горошка. Так, это мята. Вот не мята. Хорошая баночка. Хорошая зеленая. Я такой половинку беру, откусываю. Он говорит, ноль базара. Говорит, еще два делаю сюда. Здесь на ярмарке. Почем скучал? Ой, на ярмарке жрал. Вот уж реально уже не кушала и жрала. Да? Да. Ма. Ма. 65 рублей. Ма. А. Сколько стоит? 99? Ну давай. Это такси надо вызвать. Еще такси надо вызвать. Да. Что делать? Дома доснимем то, что купили. Давай. Дома доснимем, а мы не забудем, где остановиться? Нет, я не забуду.